Да дорога дальняя, над обрывом пал туман. Кони ход прибавили, я б махнул сейчас стакан. Если мне поставили ночью в церкви ни души, волки в поле вою, а под расстрелянную статью ямы быстро рою. Что же не хватало мне, все ж теперь на месте. Был туз бубновый на спине, а стал в ногах туз крести. Золотые купола, I'm not afraid.
Для тех, кто еще не догадался, хотя, мне кажется, это невозможно по первым звукам, по первым нотам понять, что на сцене Елена Ваенга. Вот уж действительно номер без единого гвоздя, как кижи построенный. А теперь давайте приступим к обсуждению несравненной Елены Ваенги. Михаил Захарович. Я в шоке вообще. Ну просто. Лена, туз. Я не могу ничего другого сказать. Я слушаю голос этот и говорю, это же... Нет. Да, нет. Говорю, а как я могу судить этого человека? Я разве смогу так спеть? Нет, я не смогу. У меня буря мыслей каких-то прошла, пока Лена пела эту песню. Михаил Захарович, я хочу еще раз напомнить вам, что в нашей колоде появилась карта «Джокер». То есть, если настолько вас потряс номер... «Джокер», он один раз за сезон дается. А я знаю, что Лена еще такое покажет, что я приберегу. Я даже не сомневаюсь. Я приберегу. Я просто напомню. Как же я еще люблю, когда светятся глаза Любови Успенской. Ну что, Лена, потрясла. Вот с самого начала я понимала, что будет что-то грандиозное, что, Леночка, ты сегодня уже порвешь. И то, что ты сегодня сделала, достойно Оскара. Это перевоплощение внешнее, это сдержанность, это потрясающий голос. Песню я услышала как будто впервые в твоем исполнении. Она зазвучала «Лена Туз» безоговорочно. И надеемся, что ты еще нас удивишь. Александр Васильевич. После такого исполнения даже шутить не хочется. Это очень горькая такая исповедь. Она в оригинале значительно проще, эта песня звучит, и примитивнее. Вот то, что прозвучало сейчас, это нельзя назвать песней, это нельзя считать удачной аранжировкой. Это то, что пробивает человека насквозь. Вот в моей жизни достаточное количество людей, которые сегодня ушли служить в церкви, отбывшие даже очень большие сроки наказания. И вот эта строчка про купола, только синие они и не крапа золота. Крап – это маленькая точка на наколке. Крап – это метка. Вот ничего, то есть даже одной точечки нет золота. Осталась какая-то горькая память о том, и человек, раскаявшись, ушел служить церкви. И сегодня вот этот образ совершенно какой-то не китчевый, он естественный. Даже я не подумал о том, что это Елена Ваенга или кто-то другой. Мне было важно, как прозвучит это произведение. Я поставлю вам туза, потому что «Джокер» наверняка мне еще пригодится. Но можете считать, что это было близко к тому. Я думаю, что если так будет у вас дальше, то он будет ваш. Невоспитанно говорить, не важно, что будет дальше. Но зато точно, сейчас не важно, что будет дальше. Вот как раз вы сказали те слова, которые говорят о том, что я добилась той цели, которую перед собой ставила. Александр Яковлевич. В прямом смысле этого слова сногсшибательный совершенно номер выступления. Я не видел Лену. Вот Александр Васильевич прав совершенно. Я знал, что это Лена, но я ее не видел. Я видел перед собой глубоко страдающего, но живущего человека. Живущего на этой земле, несущего свет людям от самого себя. А во всем остальном я видел Ваенгу. Она сегодня была по-настоящему той Ваенгой, которую мы любим. Внутри экспрессивная, достойная, красивая и абсолютно отдающаяся тому, что она делает.
Замечательное выступление. Спасибо, Лена, огромное. Конечно, туз. Елена Ваенга забрала 4 тузов. И почти что Джокера.